Колонка Свен. Модель у нее называется PC600. Используем уже в мастерской эту колоночку примерно месяца два. Работает очень громко. Для сравнения, вот у нас стоит JBL PatiBox 200. У нее нет аккумулятора. Стоила она в районе, наверное, 18 тысяч года три назад. А Свен стоит в районе 6. У нее есть аккумуляторы внутри. Значит, из недостатков здесь все сверху, и пыль летит. Здесь надо чем-то покрывать, потому что все вот эти разъемы, они пылью забиваются. Орет вообще нормально. Звук более-менее приличный. То есть, если мы сравним JBL-ку и Свен, то я бы сказал, что по большому счету, конечно, JBL лучше. JBL лучше, у нас к ней есть внешний аккумулятор, который сюда подключается, переносной. Точнее, даже два аккумулятора. Вот видите, у нас разъем тут выведен под аккумуляторы, чтобы не перепутать. Хватает наших аккумуляторов на неделю на максимальной громкости. Можем такие же вам сделать, если хотите. А вот Свена колоночки хватает примерно на 2 дня на средней громкости. Ну или на день, если она будет орать. Значит, вот так вот это выглядит внутри. Собирается вся эта история на такие крошечные винтики. Все винтики выкручиваются обычной отверткой, а вот этот винтик, он длинный. У меня отвертки не было длиной больше 15 сантиметров, поэтому я просто отломал перемычку. Я не вижу тут как бы особой жесткости, поэтому мне было проще сломать, чем идти покупать отвертку за 100 рублей. Вот внутрянка. Значит, это тоже все откручивается. Здесь у нас 4 ячейки 18650. Соответственно, емкость можно увеличивать. Места тут много, можно получше ячейки поставить. Можно питать от пауэрбанка. То есть она от пауэрбанка тоже работает. Орет громко, вот тут два динамика, две пищалки стоит. Звук, ну, нормальный, приемлемый. Примерно как, ну, похуже, чем у JBL, но нормально. Для природы, для мастерской, вот пару колоночек Свен. Они, получаются у вас дешевле, практически в два раза, чем JBL одна. И их можно по Bluetooth между собой соединять, соединять к телефону и слушать. А тут и радио есть, и с карты читает, вообще все-все-все-все. JBL-ка работает только у нас по телефону. Вот, что-то вода накапала. Вот, JBL-ка уже у нас тоже года 3-4. Свена у нас пока вот пару месяцев. Значит, что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас засверлить корпус и сюда прикрутить какие-то уголки, чтобы можно было колонку подвешивать. Вот, я посмотрел, что здесь вот у нас плата. Соответственно, верхнюю часть я не смогу, а вот ниже, ниже вот этой переборки, сейчас я дырочки вот здесь вот засверлю, повешу какой-нибудь уголок, загну, и у нас будет такой типа зацепа. И можно будет вешать на багажник велосипеда или куда-нибудь на стенку на что-нибудь прикреплять. Вот для этого я это разбирал. Соответственно, перемычку просто я сейчас или отломаю, или так оставлю. Она, в принципе, вот этот винт в центре, он не нужен. Зачем такой длинный сделали, непонятно. Жалко, что отвертки нет такой длинной. Вот, так что захотите увеличить емкость аккумулятора, пожалуйста, сюда можно все это сделать. Захотите на JBL-ку, или внутрь аккумулятора, или внешний аккумулятор, тоже можно все это сделать без проблем. Все питается от 5 вольт.